В Уфе автомобиль скорой помощи, спешащий по срочному вызову, застрял во дворе жилого дома. Свидетелем происшествия стал мобильный репортер. Водителю пришлось долго орудовать лопатой, освобождая колесо из ямы. По словам очевидцев, машина провела в дорожной западне примерно полчаса. Пользователи уверены, что ответственность за произошедшее лежит на коммунальщиках, которые не чистят дворы от снега.